На конкурс дети читают стихи, исполняет ученик 7 Б-класса школы номер 7 города Сарова Тюренков Андрей. Стихотворение Юлии Друниной «От имени павших». Сегодня на трибуне мы, поэты, которые убиты на войне, обнявшись со стоном землю где-то, в своей ли, в зарубежной стране. Читают нас друзья, однополчане, сединами они убелены, и перед залом замерзшим молчанием мы, парни, не пришедшие с войны, слепят Юпитеры, а нам неловко. Вы в мокрой глине, за головы до ног, в окопной глине каска и винтовка, в проклятой глине тощий весь мешок. Простите, что ворвалось с нами пламя, что еле-еле видно нас в дыму. И не считайте, будто перед нами вы вроде виноваты, ни к чему. Ах, ратный труд, опасная работа. Не всех ведет счастливая звезда. Всегда с войны домой приходит кто-то, а кто-то не приходит никогда. Простите, что ворвалось с нами пламя, то пламя, что не пощадило нас. Но если поменялись мы местами, то в этот вечер, в этот самый час, бледнее с горлом, с судорогой сжатым, губами, что как сделали их сухие, мы, чудом уцелевшие солдаты, читали ваши юные стихи.